очень рада, что вам понравилось первое видео про наш новый танец для любимого. Сегодня у нас с вами второе видео. В нем я покажу вам три элемента, из которых мы составим целый танец. Ну и главное, главный посыл этого урока, чего точно не стоит делать. Точно не стоит делать постановку. Не стоит выучивать движение на конкретную музыку, то есть типа дома это концерт, как на сцене. Этого делать не стоит. Вы точно собьетесь, заволнуетесь. И кроме того, что вы собьетесь и заволнуетесь, здесь это просто не нужно. Танец для любимого – это сокровенное, это расслабление, это такой транс, это погружение, это вы его затягиваете в эту игру, нужно расслабиться, нужно двигаться свободно. Плохо, не в ритм, вообще совершенно не важно. Расслабленно и свободно, чтобы вы не зажимались и не «я пропустила, я не успела, давай сначала, я запуталась в кофте». Чтобы этого не было, я вам рекомендую, не делайте танца. Танцуйте, не ставьте танец, не учите движение, просто танцуйте. Итак, сегодня, основываясь на том, что нам нужна не постановка, а расслабление, я даю вам три элемента, на которых мы поставим весь танец, и вы будете готовы. У нас с вами первый урок – это три элемента танца было. Было вход в партер, связка в партере, и мы выходили из этого. Сегодня я вам предлагаю три упражнения. Это прогибы, поглаживание, прикосновение и круги. Это три элемента, которые в любую паузу, когда вы, например, не знаете, что сказать, есть какие-то там... Любая пауза в танце может быть заполнена прогибом, кругами или прикосновением. Еще раз. Прогибом, кругами, прикосновением. Начнем сразу разминку. Что я понимаю под кругами? Я это сама придумала, это мне так нравится. Что я понимаю под кругами? Сейчас разобьемся, и как раз я объясню, о чем я говорю. Кругами я понимаю ваша способность уже крутить. Все, что связано даже вот с этим, это тоже круги. Вам было приятно. Вы делаете приятно себе, оно передается.
тоже круг. Если вы на круг присоединяете прикосновения, то у вас получится креста. У нас есть круги, есть прикосновения. Еще погружайтесь. Может быть, вы включите это перед тем, как любимый будет готов смотреть. Мы с вами вместе раскачаем ваши боли. Также к кругам я отнесу плавное покачивание бедра. И в этот момент руки. Это я бы отнесла к прогибу. Прогиб – это все, что вас вытягивает. Это я так называю. Это я так выбрала. Это вытянуться. Вытянуться, вытянуться. Это встать, если вы встали там в любую. Пусть я здесь, чтобы было видно хорошо. Вы встали, и это... Вот это меня называла прогиб. Где бы вы там ни появились, в дверях. Вот вам поглаживание, вот вам круги, и вот вам прогиб. Все, и вы готовы. На самом деле, мужчине в танце как раз больше вообще ничего не нужно. Двигаемся максимально медленно, чувственно. Чувственно оздоровляет вам это прикосновение. Оба продолжает работать, например. Прикосновение и прогиб. К прогибам я отнесу также. Позы,
здесь можно вести. Надеюсь, вы получили удовольствие.